Посол России в Ереване Сергей Копыркин на днях заявил, что вопрос вывода 102-й военной базы из Гюмри не стоит на повестке дня. По словам посла, в Армении разные мнения по этому поводу, но ни один из официальных кругов не поднимал вопрос о военном присутствии России. Однако стоит напомнить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян еще осенью прошлого года в интервью The Wall Street Journal заявил, что 102-я военная база не является гарантией безопасности Армении, а наоборот, представляет угрозу. Официальная Москва вспомнила об этом в декабре прошлого года и направила в Ереван жесткие месседжи. И министр иностранных дел Сергей Лавров и его заместитель Михаил Галузин заявили, что обсуждение вопроса о военном присутствии России в Армении недопустимо. Армянский правозащитник Артур Сакунс считает, что российская 102-я военная база является угрозой для Армении, и было бы неправильно говорить, что тема, связанная с этой базой, не стоит на повестке дня. По его словам, 102-я база была развернута в Гюмри для защиты Армении от потенциальных атак Турции. А сейчас Россия и Турция находятся в стратегической гармонии, между ними существует стратегическое партнерство. Поэтому, заявляет Сакунц, заявление о том, что Россия защищает Армению от Турции, является мифом. Артур Сакунц в интервью армянской службе Радио Свобода заявил, что не исключает, что в один прекрасный день дислоцированные на вышеупомянутой военной базе российские войска появятся на площади Свободы в Ереване и навяжут властям в Ереване свою волю, а то и вовсе совершат военный переворот. Вспомним, что в 2008 году российский миротворческий контингент, дислоцированный в Абхазии и Южной Осетии, принимал участие в военной агрессии против Грузии. Поэтому было бы неправильно говорить, что вопрос о российской военной базе не стоит на повестке дня. Когда премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что эта военная база не приносит Армении никакой пользы, он на самом деле сказал очень осторожно. Потому что военные участие России в целом представляет угрозу безопасности Армении, и это очевидно, подчеркнул он. Отметим, что Армения в настоящее время активно проводит консультации с западными структурами в области безопасности, хотя и не поднимает вопрос о выходе из ОДКБ и выводе из страны российской военной базы. Последний такой контакт состоялся во время визита в Ереван представителя НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломины. В частности, посол США в Армении Кристина Квин Пригласила министра обороны Сурена Папекяна на обед в свою резиденцию, где обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере безопасности. Эксперты считают, что власти Армении, несмотря на активные консультации с западными структурами, не могут получить твердых гарантий безопасности. А это значит, что для Армении было бы серьезным риском официально поставить вопрос о военном участии России на повестку дня или начать процедуру выхода из ОДКБ. Как считает эксперт по международным вопросам Давид Карапетян, частные встречи министра обороны с послом США и визит представителя НАТО в Ереван могут сформировать мнение о том, что Запад хочет предоставить Армении подушку безопасности. Однако, по его словам, предоставление гарантий безопасности Еревану со стороны НАТО или США – нечто из области фантастики. Карапетян напоминает, что сотрудничество Армения-НАТО основано на программе партнерства во имя мира». Программа предполагает стимулирование сотрудничества НАТО и Европы со странами Закавказья и Центральной Азии. Но предложение стать участником военно-политического альянса по сей день никому еще не поступало. То есть о нашем участии в НАТО не может быть и речи. Дело, как мне кажется, в том, что Армения сейчас меняет вектор своей внешней политики, и геополитические центры, естественно, пытаются выжить из нашей страны как можно больше, предоставляя так называемые гарантии, заключил Карапетян. Он добавил, что как в ходе 44-дневной войны, так и после нее, во время пограничных боях, Армения так и не увидела никаких практических гарантий от коллективного Запада. Поэтому сейчас говорить о гарантиях Запада или НАТО — это что-то из жанра фантастики, потому что до сих пор Армении практически не оказывалось никакой помощи, кроме призывов, рекомендаций, соболезнований и так далее, заключил эксперт.